Всем привет! Были выставлены у меня на продажу в интернете шахматы. Посмотрите, какая доска, зачетная. Практически новое состояние. Но пластмассовые фигуры. Их по большому счету можно покупать, но если два фактора, во-первых. Первое, шахматная доска в отличном состоянии и сами фигуры новые. Вот такой момент поможет вам заработать где-то пару сотен гривен. Немного, конечно, но по итогу месяца, если вы занимаетесь вплотную антиком, то суммы могут быть разные. И 10, и 15, и 1000 долларов. Поэтому не нужно упускать из виду даже 200 гривен, потому что по пути идет все продается. И вот как у меня все это. Вот такие пластмассовые фигуры удалось мне продать за 250 гривен. Покупал я уже точно не помню, по-моему, где-то гривен за 50 этот комплект. И получилось заработать 200 гривен. Я считаю, тоже неплохо. Постоянно что-то продается, отправляется, поэтому 200 гривен на дороге сейчас тоже не валяются. Есть у меня самый, наверное, востребованный, самый шикардосный просто курс по шахматам. Туда, конечно же, входят больше всего деревянные шахматы, потому что на них мы зарабатываем больше всего. Если вы желаете научиться, как правильно и буквально уже на следующий день стартануть и начать зарабатывать, то обращайтесь ко мне. Контактный телефон для записи на обучение я оставлю в первом закрепленном комментарии. Скажу от себя и от многочисленного количества людей, которые прошли, даже некоторые блогеры, которые ведут каналы по шахматам. Все очень-очень легко. Шахматная тема, нужно только начать делать, заниматься этим, и вы буквально уже после первых двух часов моей начитки по обучению вы уже начнете все понимать. По сути дела, все очень-очень легко. Шахматная тема, она является одна из самых легких и понимаемых. Вот такие, друзья, небольшие нюансы. Сейчас как раз уже начнется антикварный сезон, поэтому очень вам рекомендую пройти этот курс. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!